Мужчина? Капец! В этом видео мы посмотрим с тобой на набор «Пробивное пламя». Откроем 24 набора испепеляющих. Потестим коктейль Молотова и выжигатель. Ну а еще у нас будет розыгрыш 30 праздничных кейсов. И, конечно же, золото. Погнали! Не знаю, Сущий, чего я в тебя такой влюбленный? Вроде столько уже байков, но вот этот морозец, вот этот коктейль Молотова, короче, капец, красавчик. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем выживать и праздновать Новый год в Ластлей. И прежде всего, полезный сервис и розыгрыш. Во многие игры сегодня нельзя донатить. Не спеши расстраиваться, так было раньше. Сервис DaShop Donate поможет абсолютно легально и безопасно донатить в твою любимую игру. Работает уже не первый день, а недавно открылся еще и в Телеграме. Уже сейчас ты можешь совершать донаты в такие игры, как Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, Frostborn и многие другие. Список игр пополняется регулярно. Если твоей игры нет в списке, просто спроси у ребят из DaShop Donate. Ссылка на сервис в описании видео. Удачных покупок. Ну а теперь розыгрыш. Как обычно, в телеграм-канале Печка ТВ. 3 победителя, и каждый получит по 10 праздничных кейсов и 100 монет. Условия простые, надо быть подписанным на канал Печка ТВ и нажать кнопочку «Принять участие». Победители будут определены 1 января в 10.00 2024-го, ёл-палы. Если ты победил в течение суток, тебе надо прислать свой игровой ID мне. Не пришлешь, заново разыграем твою награду. 10 наборов, ну и 100 золотых лишними не будут. А теперь погнали уже смотреть. Покоритель, мапокоритель севера. Ты получаешь при открытии набора «Пробивное пламя». Скинчик, 5 коктейлей Молотова и новый ствол. Хорош, он необычный. Ёлы-палы, вроде вот как раньше, да, но... Ну-ка. Ха-ха, блин. Ну прикольный, прикольный. Но даже и без него, слушай. Вот этот скинчик получат все. Кочевник. Награда в событии «Холод отчаяния». Если ты еще не успел задание выполнить, может быть, в розыгрыше победишь. Но вообще задание очень простое. Думаю, все скинчики заберут все. А еще вот такой классный скин «Изгой». Блин, в зимнюю пору, слушай, вот по мне лучше в нем бегать, чем вот в этом. Ну что это за эльф? В джинсиках, в обтяжечку. Вот нормальный мужчина, да? Поэтому мне лично скин зашел. И вот такой рюкзачок. Просветление. Блин, мне кажется, прикольно. Все прям, ёп, сочетается прям по красоте. Ну а теперь погнали тестить. Выжигатель и коктейль Молотова. Где будем тестить? Конечно, на обледенелой свалке. Но после того, как откроем 24 испепеляющих набора, ёл-палы. Это тебе не шутки, да. За 6 наборов получаешь 5 Молотова и выжигатель. Ну и эти нижние рандомом, да? Поехали. В итоге 4 выжигателя и 20 коктейлей Молотова. Ну а еще, да? 4 дробовика, 4 кольт питона. Вот этот фантастическая термитная смесь, значит. Чтобы еще стволов понаделать. Хуел-пал, половину открыл, грязь. Да я прям вообще, слушай, это так долго, блин. Это круто, что в этом наборе... оп, карбончик выпал. Гарантированные коктейли, да, и выжигатели. Их могли и вот сюда засунуть, вместо карбона заводских деталей. Оп. Да, и они ремонтируются. Выжигатели. У VIP-зоне на заправке их можно ремонтировать. Но вот коктейль Молотова, да, его кинул как бы и все. Последний! Мне кажется, хорошо получилось, да? Приехали! Текс. Ну чё, как будем действовать? Ну коктейль Молотова, да, швырять, это надо паровозик собирать, поэтому... Поехали! Неплохо, да? Ха-ха, блин. Ну неплохо, неплохо. Слушай, скорость атаки у него просто капец заоблачная.
Сила атаки так себе, но берет скоростью, да? Дробовик, фул обвес, красавчик, 80 урона. У выжигателя 35, но скорость атаки в 2 раза быстрее. В общем, ты знаешь, что это такое? Если вот на этого красавчика навешать много-много модификаций, то получится вот так вот. Выжигатель между дробовиком и винчестером. То есть он сильнее, конечно, винчестера, но слабее дробовика. Модифицировать мы его не можем, но мы его можем ремонтировать. Поэтому если мы их с тобой получим побольше за это новогоднее событие, будем пользоваться потом, ёл-палы. Круто? Мне кажется, ништяк. Ну, а обмороженные падают хорошо от него. 80 хп парень, да? С двух выстрелов не получается, но если дать ему чуть-чуть погореть, красиво, с двух выстрелов. А теперь давай паровозик. Ах ты, ёб. Пацаны, горите, 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 не трогайте меня, я в домике, я... Ха-ха-ха, блин. Так, сейчас, парни, погодите, погодите. А, чё-то так... О, я себя подпалил, ёб. Чё-то как-то не очень получилось, да? А, знаешь, мне кажется, надо по-другому действовать. Надо коктейль в совокупности с дробовичком использовать. Ну, потому что дробовик массовый, коктейль массовый, да? В общем, по фактику его надо тестить вообще не здесь, а где? Ну, ты знаешь где. Ёб! Так. Ну-ка. Бомжи! Отвалите от меня все говноеды! Ха-ха-ха-ха! Отвалите, говноеды! Ой, ёб, тупик. Да кидаешь ты! Выжигатель тебе в голову, ёб! А-а-а, я бешеный! Сейчас отбегаем и в голову ему кидаем. Смотри, план какой. Вот так! Вот блин! Ну-ка! Ха-ха, класс, да? Вот так! Надо, чтобы оно стояло на огоньке. А, ты знаешь, и я знаю. Ты знаешь, и я знаю. И ты знаешь, и я знаю, где его надо использовать. Конечно, в бункер Альфа надо с ним ехать. Надо более тщательно изучить этот коктейль Молотова. Ну, то есть... Состав, вот это все попробовать. Натурпродукт, не натурпродукт. А для этого бункер Альф, короче, подходит. Так, крадемся. Вот так, на максималочку. Тьфу ты, блин. Вот здесь, парни, вот здесь горит. Ха-ха-ха-ха. Слушай, ну хорошо горит, да? Хорошо горит, хорошо. Но надо прям держать в точке. Не ломаем вот этого парня, потому что, да, он уникальный. Взять его больше негде. Блин, ну чё я стреляю по 3 раза? Слушай, стреляет прям очень быстро, прям реально. Так, вот, сейчас у меня получится мой бросок на 1 000 000. Да ты чё, ёб, серьезно? Вот блинский блин. Ну ты вообще рукожоп, да? Слушай, я горю вообще прям хорошо. Пацаны так себе горят, а вот я горю вообще за милую душу, да, от этого коктейля Молотова. Даже не знаю, что сказать, слушай. В бункере Альфа будет видно, да? А пока, ну так себе. Прикольно. При чем? Ну, новое оружие, да? Вот как бы чем прикольно. Вот этот красавчик мне понравился. Так. Давай, парень, ты можешь, ёб. Ну, неплохо, да? Гори, гори, ясно.
чтобы не погасло. Блин, хорошо так горим вообще. Тепло ли тебе, девица, да? Тепло ли тебе, красно? Неплохо. Но нет, не восторг. Ну ты сам все видишь, да? Урончик достаточно слабенький. Вот этот красавчик, это серьезный аргумент. Оп, и готово был, да? Оп, и готово был. Босс, иди сюда. Мы с дроном тебе сейчас что-то покажем. Ха-ха-ха, блин, шикарно. С меня, блин, броню сняли. Все, что ли? Блин, хорошо уходят коктейли вообще. На нашей коктейльной вечеринке коктейли уходят на раз-два вообще. А вот, блин, да, сделали бы, чтобы мы их с тобой крафтить могли, да? Вот это уже другие раскладики, согласен. Это уже пободрее, повеселее. Так, пацаны, вылазим. Мужчина, покажи им, что значит страж. А еще. Я заметил, что огонь накладывается 100% у этого выжигателя. И чё? Блин, ну это круто. 100% поджигание, да? Добавляет ему очков. Ой, кидосики. Все, что надо, все подняли, да? Ну чё? О, и штанишки. Блин, пацаны, ну спасибо. Я уж думал, все, без штанов встречаем Новый год. Ё-моё. Давай подведем итог. Хороший набор. Скинчик памятный, да? Вообще нормалды. Плюс один выжигатель. Выжигатель, ну, я считаю, хорошая штука. Пятерочка. Не с плюсом, но пятерочка. Он уникальный. Он 100% поджигает. У него скорость атаки бешеная, да? Урончик средненький. Между дробовиком и винчестером. Коктейль Молотова. Коктейль Молотова фиг его знает. Надо более подробно, короче, его тестить. Ну а с вами был Харди. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал в этом году. На Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Не забывай про Телеграм, где у нас живое общение и чат. Круглые сутки. А еще там выходят анонсы всех роликов, стримов, розыгрышей. Удачи тебе, конечно, в этом розыгрыше. Ну и жду тебя на прямых трансляциях, которые тоже проходят почти каждый день. С наступающим тебя! Мужчина, отдайте это мое. Еще 4 набора, грязь. Пока-пока.